Я считаю, что Россия делает верно, что содействует переселению беженцев с Украины в Россию. Тем самым она увеличивает количество русского населения на своей территории. Но встает следующая проблема. Проблема жилья, проблема рабочих мест. На это тоже придется затрачивать много денег. На создание новых рабочих мест, на то, чтобы предоставить жилье беженцам, а также всякие затраты, которые несут смену паспорта и всякие, в общем, другие и вытекающие из этого затраты.